Давай, 30 морковок, ты должно в тебе хватить, давай. Давай. Все. Всем привет, вы на канале Funny Games TV, мы с вами играем Slime Rancher, фабрика, какая фабрика, нет, не фабрика, а ферма слаймов, ребят. Так, чем мы сегодня с тобой займемся? Я, как видишь, уже построил еще один загончик для курей. В общем, у меня есть теперь обычные куры. Куры, ква-ква-ква. И есть еще вот эти вот куры, как они называются, я забыл. Каменистая курица, и их очень любят наши вот эти вот слаймы. Также я тут какое-то задание выполнил. Давай заберем свою награду. Клубничка, ух ты ж, клубничка новая. Новый фрукт у нас, благодаря их сладкому вкусу и занятной форме. Так, клубнички быстро снискали славу у первых хозяев ранчо за пределы. Так, стоит только положить клубничку в депозитарий участки, и у тебя вырастет высокое клубничное дерево. Класс! И сердце свекла, ух ты ж, ну это свекла, да, скалистый слайм ее предпочитает. А клубничку у нас предпочитает кто? Фосфорный слайм, ясно. Да, вот это его любимое. Вот это его любимое, он сейчас много мне надает тут. Еще клубника. Так, можно мне забрать? 80 хп. Блин, уничтожили мне все хп. Так, отлично. Сейчас они мне много дадут. Смотри, у меня тут 52. Миуровых кварта 52. Откуда у меня столько? Так, давай заберем и пойдем. Пожалуй. Так, тут 48. Тут еще миуровых. Жесть. Откуда у меня столько набралось? Ой-ой-ой. Надо все идти продавать быстрее, ребят. И уже темнеет. Короче, мы с тобой сегодня, знаешь, чем займемся? Мы пойдем, наверное, сходим к этому. К большому вот этому ларгу. Узнаем, что ему надо. Так, курицы, все нормально. Я им тут, кстати, витаминайзер построил, вот. Можно им высокие стены, но пока они вроде не вылетают из загонов. Ладно, пусть сидят в низких стенах. Так, что здесь? Давай активируем. Здесь у нас есть... У нас есть, кстати, кормушка-автомат есть. Надо ее тоже прикупить. Ну ладно, пока мы с вами собираем только миуровый плод. Блин, как же у меня его много. Мы сейчас с тобой разбогатеем, будем богачами. Отлично, идем опять продаем. А что я туда-сюда вот так вот бегаю, когда мне надо вот этот вот этот розовый плод тоже собрать? Давай, оп. Окей, все, пошли продаем. Надо будет зайти сейчас поспать. Вот, и почитать письма. Там что-то у меня куча писем поприходило на базу. Не знаю, что они там хотят. Все продал. Давай на базу заходим, почитаем письма. Так, звезда 6, ничего себе. Привет, курицы, привет, Боб с курцы. Что? Короче, ясно. Короче, почта ни о чем. Понимаем. Так, управлять DLC, спать до утра. Давай. Премиальный клуб 7Z, это что такое? Кукарикун Флюгер 750, а что это такое, узнать больше? Премиальный клуб CNZ это опциональная программа, которая позволяет тебе приобретать престижные премии за большие суммы New баксов. Каждый ранг приносит уникальные премии и новый титул. Некоторые хозяева раньше отмечают, что все это похоже на очередной способ выкачивания огромных суп. Блин, я не знаю, покупать, не покупать, ребят, напишите в комментариях. Напишите, я не знаю, честно говоря, пока не буду тратить деньги, потому что мне, ну, слишком жалко будет на это все потратить. Так, клубничка. Кто у нас любит клубничку, я забыл. Давай, короче, собираем порты. У меня есть идея. Что, если нам немножко с вами прокачаться? Пошли сюда и, допустим, расширитель отсека купим, чтобы у нас побольше чтобы мы побольше переносили. Реактивный ранец, да. Сапоги скороходы, эти высокотехнологичные сапоги снижают потребление энергии. Да, хорошая вещь. Ну и все, и больше мне ни на что не хватит. О, Так, а как мне летать? Как летать? А как ранец летает? Мне не объяснили, как летать. Это плохо. Так, ладно, активируем. Все собралось. Так, давай вот этот вот соберем. Скалистый плод пойдем продадим. И у нас будет куча с вами денег. Просто куча. И пойдем сейчас, короче, к Ларго. 1500. Нифига себе я богач. 1700 у меня, ребят. И куры тут растут. Все нормально. Огород растет. Все растет. Все, поехали. Побежали. Как летать? А, во. Отлично, я летать могу. Так, мы можем вот здесь через забор попробовать перелететь. А чё я не взлетаю? Потому что у меня надо, чтобы восстановилось. А, вот так. Все, отлично, взлетел. Ух ты, я перебрался. Куда-то, так, что у нас? Вау. О, я там что-то вижу. Синенькое что-то валяется. Так, здесь у нас что?
О, привет. Сокровища закрыты? Грибочки? Что? Кто здесь шумит? Вот здесь. Ой, свекла. Хорош. Свекла пригодится мне. А чё? А как это открыть? Сокровище закрыто, а как открыть? Блин, ну тут ничего нету. А зачем я сюда шел? Я не понял. Так, вот. Вот там где-то ларга у нас здоровый. Куда можно, видимо, прилететь каким-то образом. Давай, 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 давай. Как ты плохо работаешь. Он очень плохо работает, реально. Этот, как он называется? Так. А, по вот этому прыгать можно, понял? А, во. Вот сейчас как-то хорошо сработал. Непонятно, короче. Два раза нам нажимать или что? Так, где мне перепрыгнуть? Мне вот здесь как мне попасть к тому толстячку? А, нет, вот здесь, видимо, надо спуститься. Да? Я не разобьюсь? Нет, видимо, нет. Отлично, так, давай сюда сбегаем. А, ну это мы возвращаемся, да, сюда. Так, это что? Странно. Эй, один слайм упал в воду? Зачем, друг? Ладно, побежали сюда. Так, что ты хочешь, брат? Давай спросим у него, что он хочет. Ух ты, тут много богофруктов. Класс. Здорово. Розовый гор... Ест. Ест все. Розовый гордо. Его гордо зовут, оказывается. А я его... Как я его назвал? Ларга? Ну, короче, неважно. Ларга, гордо, шморда. Ох ты ж. Там еще куда-то можно. Блин, а как вот до туда долететь? Я не долечу, наверное. А? Короче, его надо, видимо, покормить. Много еды надо с собой, ребят. Много еды. Давай, летим, летим. О, я лечу. Я долетел до этого острова. А что здесь меня ждет? А, ничего. Абсолютно ничего. Мне надо больше запаса. Во, вон тот шарик сейчас. А там вода. Ух, там внизу был проход. Надо было посмотреть внимательно. Давай, давай. Ой-ой-ой. Сокровище закрыто. Не-не-не. А как открыть эти сокровища? Чего? Это кто? Это что? Сокровища закрыты? Да вы чё, серьезно? Почему везде все закрыто? Это вода просто. А, нет, здесь такая небольшая секретка, ну ладно. Я просто здесь могу ходить. По низу. И куда я приду? А, здесь могу пропрыгать и прийти к этому городу. Понял. Ясно. Ну, может, где-то и есть секретка, но я не знаю. Так, у меня мало, видимо, с собой фруктов. Надо еще пойти понабрать и этого города покормить. В принципе, он же все ест. Он всеядный. Давай посмотрим. А здесь должно быть много богофруктов. Так, сейчас засосем и пойдем попробуем. О, я теперь наверх могу. Ну, доползи. Да, и здесь сокровища, и везде все закрыто. Как это открыть? О, там курицы. Курей, может, тоже заберем? Здорово, курки! Курки! Курки, идите сюда. Ой, курка, давай. Все, ну, наверное, хватит, если мы вот этим всем покормим, а? Как вы думаете? Пойдем, попробуем. Попробуем. Давай. Так, начнем что, со свеклы. А, здесь вот еще богофруктики у нас выросли. Окей. Забираем. Заедаем. На, держи, бро. Ешь. Так, дальше, 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 дальше. Ешь, 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 ешь. Сколько? Сколько тебе надо? Ты лопнешь. Да что такое? Сколько тебе надо влить? Он мне должен был что-то дать же вроде бы, нет? Вы серьезно? А сколько его кормить-то надо? Так, я до верха, наверное, не долечу. Сейчас попробую. Но вряд ли. Надо было мне еще прокачать. Да, я не долетаю, бро. Ну окей, ладно, давай вернемся тогда назад. Домой. Давай, залазь. Блин, как же обидно, сколько его кормить, этого чувачка. Это жесть. И чем самое главное кормить? Непонятно. Ну ладно, вот еще есть богофрукты. Заберем. А может, морковой его надо кормить, а? Может, морковкой? У меня сейчас морковка вырастет, кстати. Я вот здесь пособираю. Давай, может, стак полный сделать надо? Полный стак, чтобы был. 30, допустим, чего-то. Либо богофруктов, либо морковой. Так, нет, розовый. Розовый, гуляй. ММДМСен, розовый. Так, ладно, пошли сюда, здесь поищем что-нибудь.
тут у нас что-нибудь появилось. Блин, тут фрукты все съели. Эй, ну зачем вы все съедаете? Мне же нужны фрукты эти. Так, есть, да, еще. Морковка, плохая морковка была, что ли? Так, иди сюда, мне пригодишься. Не, ну я туда не хочу лезть. Давай попробуем вот сюда залезем. Не, он не залетает. Вон, наверх, смотри, можно. Ой, класс, смотри, секреточку нашел еще. А возможно, это и не секреточка вовсе. Хотя... Вау. Похоже на секретку. Да? Нет? О, смотри, какая шахта прикольная. Так, тут не будет, надеюсь, этих злых слаймов. И что? Зачем я сюда пришел? Что здесь делать? Зачем я сюда пришел? Как сказал панда в мультике, ради ванны? Я столько пришел ради ванны? Ладно, окей. Кто понял отсылочку эту? Из какого мультика? Так, а здесь что у нас? О, здесь у нас... Вау, здорово. Так, я как-то потерял ботинок на одном из этих утесов. Кстати, я никогда не говорил, что в этих записках будет полно полезной информации. Но если по правде, это был чертовски хороший ботинок. Понимаю, бро. Понимаю. Но я разбить не могу. О, здорово. Фосфорный слайм? Что ты делал в ящике? Фосфорный слайм. Блин, как же здесь много всяких секреток, а? Это просто жесть, ребят. Как это все найти? Ну ладно. Ой, здоровый стал. Окей. Возвращаемся, видимо, домой. Вот так. Смогу я перепрыгнуть, перелететь? Ой, да. А че я не прыгаю? Да. Да блин, че это толстяк падает? Ой, вернее, толстячка. Мы же за девушку играем. Так, ладно, возвращаемся домой. Ничего здесь мы не нашли толком. Ну хотя у нас 14 морковок и 14 погофруктов. Это неплохо. Неплохо для начала. Вот еще пару морковок здесь заберем. Уйдите. Мой погофруктик. Не трожьте его нафиг. А, вот еще. Вот еще морква. Моркву забрали. Так, ладно, розовую я не собираю. А, вон там, кстати, может быть, наверх даже можно, а? А здесь можно будет, нет? У меня очень мало энергии, я очень мало летаю. Сейчас надо будет... прикупить себе энергию. Смотри, ну это что? Что это такое? Даже не могу никуда. Во, взлетел. Наконец-то. Ну, здесь ничего интересного толком. Да, здесь ничего абсолютно. Хотя вот на эту гору я бы хотел бы забраться и осмотреть свои владения. Это же все мое? Это же все мое? Давай, лети, дружочек. Поднимайся, ну, Карлсон. Нет. Да что происходит? Почему ты такой жирненький, толстенький? Ладно, полетели домой. Ух! Я вас сверху вижу, слаймики! Здорово, я вернулся. Так, что я принес? Я принес курочку. Курочку одну в загончик сюда засуну. Так, морква мне нужна. Тут выросла морква, нет? Блин, опять темнеет, да вы серьезно? Так, нет. Ничего не выросло. Так, мне надо прокачаться, да. Давай, значит, энергетический блок возьмем. Во, теперь у меня больше будет энергии. И давай хпшку себе купим. А это что, добавить своему вакуумному ранцу пульсирующую волну? Окей, тоже пусть пульсирующую волну добавил. А как? А, вот так. Откидывать их могу, прикинь. Прикольно. А это энергия тратится, да, от этого? Да, это энергия тратится. Все, понял. Так, что у меня здесь? У меня же здесь вроде как лаборатория где-то должна быть. Только зачем она мне нужна, я не знаю. И сколько это стоит? Лаборатория. 10 тысяч, бро! 10 тысяч! Вы серьезно? Где такие деньжища дать, взять, найти, купить, украсть? Ладно. Так, у меня есть фосфорный слайм. Может быть, для него загончик построить, а? Что если для него сделать загончик, допустим? Так, это же загон. Солнечный щит ему нужен. Давай купим, допустим, солнечный щит, да. Все, солнце не проходит, надеюсь, он будет живой. А он вылетит же на изях.
Он и изяк вылетит, потому что он же летать умеет, ему надо крышу делать. Ой, блин, это плохо. Это плохо. Так, у вас есть? Нету, у них ничего нету, ребят. Так, их можно, знаешь, что покормить? Курицами. Вот, они мне дадут много порта. Давай, короче, это все продаем. По 14? Нормально, до сих пор цена не поменялась. Прикольно. Так. Тут какое-то задание у нас еще. Куры-курицы. Что? Куры-курицы. О, ты серьезно? Блин, и петуха. Не, я петуха не буду отдавать, у меня один. Да и курей не слишком, чтобы слишком у меня много. Хотя, наверное, можно десяточку отсюда забрать уже, да? Так, 10. Да, 10 курей я забрал. Давай вот этих, наверное, покормим. Это вроде их и любимая еда. Да. Отдаем, короче, им каменистую курицу. Они сейчас поедят и должны кучу просто портов мне дать. Кучу. Все? Все поели? Кто не поел? Вот этот не поел. Это что, дружище? Не надо хлопать ушами, надо есть. Что? Он стал здоровым? Да когда ты успел? Он съел порт, а где он порт нашел? Что, блин, так, воздушная сеть надо построить сразу, чтобы он не вылетал, а он уже вылетел. Отлично, ты просто супер. Иди сюда, толстяк. Когда ты успел, блин, сожрать этот порт? Бесишь, мне просто нужны были, я бы лучше с семиуровым или бы с каким-нибудь смешал тебя, чтобы побольше ты давал качественных портов. А он взял красный порт, съел, похоже. Ой, блин, вот балбес. Ну ладно, забираем миуровые порты и забираем скалистые порты. Надо искать, короче, посланных слаймов, если что, этого тогда мы что-нибудь с ним сделаем. Избавимся от него, если что. Так, продаем. Цена у нас такая же. У нас, видишь, посланный порт неплохо так подрос. И он стоит у нас двадцаточку. Вот это классно, вот это классно. Так, 603, у меня мало денег. У меня по-прежнему мало денег, у меня по-прежнему мало еды. Мне нужна морковка. Так, ладно, пошли поспим. Пошли поспим. Давай. Короче, поспим. Надеюсь, за ночь морковка вырастет, и мы побежим к этому большому городу. Давай. Так, ничего у нас, нормально все? Так, все живые вроде бы, да, все живые. Все хорошо, морковка. Новый этот сорт морквы. Да, 30 морковок у меня есть. Ну что, побежали, попробуем его покормить, ребят. Теперь я могу летать. Классно. Так, фосфорных здесь нету, да? Их ночью надо искать. Их надо искать ночью. Ну да ладно, пофигу. Так, давай этот богофруктик тоже заберем на всякий случай. Все. Блин, ну надеюсь, что сейчас мне хватит прокормить этого здорового жердяйчика. Так. Ай, я не ударился? Нет. Так, жердяйчик, ну сколько? Ну блин, ну... Давай, 30 морковок, ты должно в тебе хватить. Давай. Все. Ух! Взрыв желез животика! Вау! А как ключ забрать? Ключ! Гордо слайм! Приятного аппетита! Слаймовые ключи! Древний ключ к древним воротам! Нашел ключ! Так, это что? О май гад! Украшение шарцветок! Украшение, коллекционный предмет декора для твоего ранчо! Вау, и что это? Зачем? Украшения выступят отличным декором для любой части твоего ранчо. Просто запылесось их и выстрели ими, куда тебе заблагорассудится. Они зацепятся практически за что угодно и даже могут весь зависнуть в воздухе. Прикольно. Прикольно. А зачем? О, еще! Два декоративных украшения. Так, он мне дал ключ. А откуда этот ключ? Бро, куда этот ключ девать? В пещере там? Так, давай на ранчо вернемся.